Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. 21 сентября 1956 года произошел уникальный случай в истории боевой авиации. Истребитель военно-воздушных сил США F-11F «Тайгер» подстрелил сам себя из 20-миллиметровой пушки. После триумфа в небе Кореи советского околозвукового истребителя МиГ-15 со стреловидным крылом стало ясно, что эра прямокрылых подошла к концу. Самолеты классической компоновки просто не выдерживали конкуренции с новыми, более стремительными и маневренными. Это первый советский реактивный истребитель со стреловидным крылом. Его выпуск начался в 1948 году. Всего через 2 года он примет участие в реальных воздушных боях в небе Северной Кореи. Здесь ему противостояли американские самолеты, истребитель F-86 и самый скоростной бомбардировщик Второй мировой войны B-29 Super Fortress. Эти гиганты были недосягаемы для моторных истребителей. Они бомбили Германию, ковровыми бомбежками стерли с лица земли Токио, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Везде они безнаказанно сеяли смерть. В 1950 году настала очередь Северной Кореи. Но здесь они столкнулись с неизвестным до сих пор противником. Чрезвычайно маневренный реактивный истребитель легко справлялся с Б-29. Потери американцев стали расти. На обшивке истребителей легко угадывались опознавательные знаки ВВС Северной Кореи. Однако данные радиоперехвата не оставляли никаких сомнений, управляли ими русские летчики. Появление в зоне боевых действий незнакомого истребителя повергло американских пилотов в шок. Незнакомый противник сразу показал свой нрав и начал сбивать по нескольку самолетов в день. Северокорейские летчики тоже принимали участие в боях. Воевали они, естественно, на МиГах. Однако уровень летной подготовки наших и корейских пилотов был несоизмерим. К весне 1951 года редкие боестолкновения в воздухе перерастают в полномасштабную фронтовую работу. С появлением в небе «Сейбров» воевать становится тяжелее. Однако преимущество в скорости и вооружении делает МиГ серьезной головной болью для американских ВВС. Особенно жестокие бои происходили в районе моста через реку Яунцзян. На уничтожение этого стратегически важного узла американское командование бросило 48 бомбардировщиков и 100 истребителей. Это был беспрецедентный массированный воздушный налет. На подлете к цели американские самолеты были атакованы МиГами. Они буквально врубились в плотный строй бомбардировщиков. В небе закрутилась карусель. В скоротечном бою было сбито 12 суперфортрессов. Американцы утверждают, что они потеряли 27 машин. Более 100 летчиков попадает в плен. Точное число погибших по сей день умалчивают обе стороны. Этот день, 10 октября 1951 года, войдет в историю как «черный вторник» американской авиации. 3 месяца после него американские летчики не показывались в небе Кореи. С нашей стороны в этом бою не было потеряно ни одной машины. Вернуть себе небо они так и не смогут. В нем хозяйничали МиГи и советские пилоты. Евгений Пепеляев в Корее за 5 боевых вылетов находил в пустом небе противника и сбивал его. Всего на его счету 19 машин. Он был не одинок. В корейском небе воевала реальная элита ВВС СССР. Масштабные потери
заставляют американцев увеличить количество «Сейбров». Но он по всем статьям проигрывал русским. Этот истребитель был тяжелее и медленнее «Мига». Но главное, «Миг» обладал невероятной огневой мощью. «Миговские» пушки не давали американцам спокойно спать. Командование военно-воздушных сил США потребовало от конструкторов создать достойного противника для советского МиГ-15. И такой самолет вскоре был построен. Он оказался очень быстрым, как выяснилось позже, даже слишком. На форсаже турбореактивный двигатель Wright J-65W18 разгонял 6,5 тонный «Тайгер» до 1170 км в час, на сотню больше, чем у МиГ-15. В сентябре 1956 года летчик-испытатель Том Атридж выполнял на F-11F очередной испытательный полет. Он вошел в пике с высоты 6 километров, затем включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Спустя 11 секунд на высоте немногим более 2 километров Атридж ощутил попадание в свой самолет. Один из снарядов пробил фонарь кабины, другой попал в воздухозаборник двигателя. Летчик запросил возвращение на базу. Получил разрешение и снизил тягу, чтобы поврежденный фонарь кабины не разлетелся на куски. В 3 километрах от аэродрома двигатель окончательно вышел из строя. Атридж не покинул самолет. Эти испытатели сумасшедшие. А посадил его на верхушке деревьев. Несмотря на небольшие травмы, пилот выбрался из истребителя самостоятельно и был подобран спасательным вертолетом на полдороге к базе. Bang, bang, they shot them down. Bang, bang, they hit the ground. Bang, bang, they torched the rest. Bang, bang, with lasers from their chest. Bang, bang, their kill counts rise. Исследование полученных самолетом повреждений показало,
что истребитель подбил сам себя. На максимальной скорости «Тайгер» умудрился обогнать собственные снаряды по дуге. Чтобы вы понимали, что это такое, лишь один пример. Если бы на этой скорости МиГ-31 открыл огонь из своей пушки, то буквально через несколько секунд он догнал бы и обогнал свои же снаряды. Объясним и возьмем для примера пулю, выпущенную из пулемета. На выходе из ствола на дульном срезе она может набрать скорость даже чуть больше 3000 км в час. Но дальше ее скорость будет только падать. А вот МиГ-31 будет лететь, не теряя темпа. И поэтому в такой ситуации теоретически он имеет все шансы врезаться в свои же снаряды. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, нас ведут к тем истинам, к которым мы готовы.